Знакомьтесь, Мелани Шапира, предприниматель, педагог и эксперт в сфере маркетинга. Мелани изучала маркетинг в Технологическом институте Рочестера, США, а также училась по специальности Consumer Psychologist, аналитика человеческого поведения и мотиваций в бизнес-школе Хенли, Университета Рединга, Великобритания. Она начала карьеру в качестве адъюнкт-профессора в Технологическом институте Рочестера. В 2011 году Шапира работала в отделе исследований Microsoft. Затем была директором по маркетингу в Cleverbeast, платформе для разработки и публикации мобильных приложений для Apple iOS и Android. В настоящее время она занимает должность генерального директора компании Tokenize.